Гайдаровские форумы уже вообще стали одним из крупнейших явлений в экономической жизни страны, на мой взгляд. Каждый год он становится все солидней, солидней, лучше и лучше. В этом году тоже, в общем, отвечает всем, на мой взгляд, требованиям, которые могут предъявляться. Вполне готов уже оказать конкуренцию не то что там Красноярскому форуму, а и Питерскому, и не побоюсь этого слова, Давосу. Вот. Но если брать такую вот научно-экспертную часть, естественно, у нас есть резкое отличие, у нас отсутствует какая-то такая инвестиционная составляющая. Тут мы не заключаем инвест-контрактов, мы не занимаемся бизнесом, а вот в остальной части одно из лучших мероприятий, которое теперь, как это стало принято для всего экономического сообщества, открывает каждый Новый год.